Доброе утро! И сегодня мы поговорим с вами о трех видах энергии, которой вы пользуетесь каждый день. Очень важно понимать, какая у тебя сейчас направленность и какая деятельность. Первое, куда мы направляем свой ум, свои эмоции, свои ноги – это работа. Это то, что мы считаем своей работой, и здесь очень хорошо работает у нас голова. Это такое мужское направление. Второе направление – это наша семья. Если пока вы вне семьи, это то пространство, где вы чувствуете себя хорошо и комфортно. Это ваш дом. И третье направление – это вы сами. Это тогда, когда вы бесполезны для всех окружающих. Это тогда, когда ты можешь расслабляться, ты можешь наполняться и ты можешь творить. Важно видеть, где больше всего ты находишься. Иногда мы сильно залипаем в нашу работу, и девчонки иногда говорят: «Я голова на подставке», потому что тело не чувствуется абсолютно, работает только одна голова, и в этом состоянии очень тяжело получать удовольствие, очень тяжело строить отношения, и практически невозможно любить себя. И если вы вдруг переработали, если вы вдруг замечаете, что кроме своей головы вы больше в своем теле ничего не чувствуете, сохраняйте баланс. В субботу, в воскресенье направьте свое свободное время на то, чтобы сходить на танцы, на то, чтобы побегать, подышать свежим воздухом, все уходы по телу, все творческие моменты. И очень важно, чтобы для вас это делал кто-то, не самомассаж. Чтобы массаж вам сделал, например, массажист, или уход за лицом, за волосами, руки, ноги. Это все то, что делают для нас другие люди. Это прокачивает канал принятия. Поэтому направляйте энергию к себе. С вами Елена Кошелева.